Ребятки, всем привет на канале «Пиратская жизнь». Вот только что были в кафе, вот пили кофе. Вот у человека выпал себе лимонад. Сейчас пришел к вот такому терминалу и хочет кофе взять. Я говорю, а что ты с нормальным кафе не пил? Вот. Что? Ну ты выбирай. Я выбрал. Поставь стакан, встаньте купюру. Вот, 100 рублей. Там 90, здесь рублями. Здесь наликом. Здесь наликом. И вот что за человек, а? Вот что за человек? Ты тут, а там и тут, 100 рублей. И там, и тут выпить главное, да? Он тебе, то есть, кроме... Вот даже сиропа нету, видите, он весь выпили, да, уже. Уже. Ну. Сахар, а? Сахар, а сахар тебе зачем? Давай вон там вот лучше. Нет. Вон там и сиропа есть, и все. Пойдем. Бери этот стаканчик. Они все равно одинаковые. Ну да, то же самое. Ну-ка, а что по сиропам? Не, сиропы есть, вон. Да, он маракуйя, орех, вот на тебя орех. Вот давай орех. На тебе. На тебе, хватит. Орех, вот ставь в стакан. И все. Ты же любишь орех. Лесной орех. И что? Тоже 100 рублей. Макачино. Ой, человек такой. Прям не знаю, как с ним быть. И там выпил, и тут выпил. Вот одно разорение. Одно разорение. Вот зря я ему карточку дала. Вот ходит везде этой карточкой. Моей, причем, кстати, моей. Моей. И все платит. Там моя есть. Да? На ней денег нету. Я ее вытряхнула. Вот. Все на мои деньги. Я сделала. Крышечка. Они туда подойдут, не пойдет. Твоя другая. Может, подойдет. Может. Вот всему Вована надо учить. Ручки, да, горячо. На тебе второй стакан ставишь. И будет не горячо. Ставь. Может, так лучше. Будет не горячо, да. Вот, видишь, жена у тебя гений. Я не всегда могу выразить свои мысли, но мысли у меня гениальные. Мы пришли с фары, Вован тут, короче, нахватал уже этих маслинок без косточек. Это же самые дешевые. С Марти они по 49, а ты сейчас взял 59. Да. Вот какие-то сумки у них. О, смотри, сумку, рюкзак. Прикольно. Ну это они по этим, да? Здесь наклеек. Рюкзак. А это рюкзак? Маленький рюкзак. Ну-ка. О, кстати, мне было такой, было прикольно. Ну, подержи-ка. Вот такой рюкзачок. Кстати, прикольненький, да? Сумка на меня. Оно расширяется? О, кстати, а может быть мне тоже рюкзак такой носить? Было прикольно. И вот так, на только грузик. Сначала накопи. Он стоит 800 рублей. А, кстати, хорошая эта фирма, это Гудьер. 10 Гудьер. Наклеек надо. И 800 рублей. С этими. А внутри что у меня? Внутри открывается. 10 наклеек, да? А, ну внутри тоже есть кое-что. Ну, практически как у тебя. 800, у меня больше. У тебя хочу меньше. Себе какую-нибудь сумку. Понимаете, сумка сейчас лето выше. Будет. Еще поглядим. Не, ну мне что-нибудь такое маленькое, чтобы камера... Сумка женская. Где? Вот вверху. Сумка женская? Сейчас посмотрим. Да. Вот эти, да? Да. Это типа женская, да? Типа да. Это женская? Да. И пошла. Это женская? Ну, она как бы более спортивная для фитнеса, наверное. Женская. Ну, это не про нас. Это не про нас. Так. Да. Да, говядина 1600 за вырезку, а свинина тоже, да. Да, ну-ка, почем тут? Лопатка 299. Кстати, свинина недорогая. Свинина недорогая. Да. Вырезка, да, тоже. Да. Вырезка 400, свиная, да. А говяжья 1600. Ну, блин, вообще. Что-то какая-то страшненькая она смотрится. Прям. Вообще. Нет. Я все-таки надумала взять мясо вот той доставки. Ну, смотри, вот видишь, 400, а вот та 1600. Вы говорили, что у нас ничего не будет через 3 месяца. Вот прошло уже 3 месяца с момента военной операции. Все есть, все осталось. И бумага, все есть. Но цены, правда, конечно, выросли. Раза в два. Чего? Не, ну мне очень нравится вот такая вот. Папе Делюкс, она просто великолепна. Идеально. А я тогда, знаешь, брала вот Зеву Делюкс. Она вся крошится. Вот я, либо какая-то натура или что-то такое. Вот такую, что ли, брала. И она вся крошится прямо. А вот эта вот Папия Делюкс, она вот хорошая очень. И, в принципе, по цене одно и то же получается.
Так что папе она даже получше. Она, конечно, прям очень сильно выросла, бутылочка. Вот такое? Да. Ну вот когда включат монетизацию снова на Ютубе, я вот куплю примерно такую бутылку шампанского и просто вот так вот прям. О, вот. И вот такую. Я клянусь. И вот такую. Нет, ну... Но это смотря когда включит. Если включит и прям вот попрет, то вот куп... И такую тоже можно. Посмотрим. Но что-то как-то вот нету потук. Пришли еще в Пятерочку. Позыркать акции. Плюс я хотела посмотреть клюкву. Во, клубника вижу. Черника, ассорти. Так, а где клюква? А что, клюквы нету? Ассорти красная цена. Global Village. Пусть... Недорого получается, в паре это дороже. Такие вот наборы. Global Village. А что-то я не вижу клюку-то. Ну, блин. Проверь там пока пельмени. Вдруг они снова будут по хорошей цене. В общем, короче, вот такие. Ассорти компотное. Что-то у нас такое входит. Какие ягоды. Состав. Так, состав. Слива, крыжовник, черная смородина, клубника, вишня. Я хотела клюквенный морс сделать. Ну ладно. Могла пройти мимо. Смотрите. Подушка из пайеток. Прикольно. Так, раз, все. Такая подушечка. Прикольненькая. С птичкой. Сколько стоит, непонятно. Вот Пятерочки много. Каждый раз вот таких штучек разных. Какая у нас Пятерочка. Так. Я еще хочу рис взять, басмати. Здесь есть. А вот в других магазинах редко найдешь. Именно в пакетиках. Где сахар? Сахар. Ну, полно. Сахар, соль. Все, сейчас уже нету вот этого кризиса. Все, народ успокоился. Благо, да. Кстати, да, недорогой. А мы тогда по 170 брали. 650. Ну, а там у нас 700, 180. Да. Вот, есть. А вон, кстати, по акции. 109. Недорогое масло. Вот так. Так, а я вот это хотела рис взять. Басмати, вот 149. Global Village. Обожаю такой рис, очень вкусный. Вот что купили, добыли в Пятерочке и в Спаре. А, вот такие вот маслинки по 69. Но вообще, на самом деле, в магазине Smart они дешевле. Ну, вот в аванс хватил и все. Вот. По-моему, по 49 они стоили. Сейчас они 69 там в Спаре. Взяла вот такой вот рис, басмати. Мне очень нравится, в пакетиках. Вот. Стоит 149, конечно, не дешевый, но, блин, мне очень нравится вкус вот такого риса, он прям вообще классный. Обожаю рис басмати, либо, знаете, рис жасмин. Вот, взяли вот такую чабату, порезали прям в Спаре. Стоит 59 рублей, вот такая вот большая. Взяли грушу по 149, желтая груша, мне прям очень нравится, мягкая, желтая. Только это мы взяли в Пятерочке, потому что в Спаре что-то была груша Уильямс. Какая-то дорогая. Яблоки по 149. Это яблоки Фуджи. Вот набрала 5 штучек. Так, ну это взяли побаловаться. Адреналин Раш. 99 рублей классический. Вот это я показала. Водичка. Вот такая вот. Берем. Нравится. С магнием 49. Новотерская 59. Но она мне новотерская как раз для моей поджелудочной. Хорошо. Ну и мои хорошие крема. Всякие разные. Да, кстати, вот такой вот крем, кому интересно, в Пятерочке тоже продается, стоит 89, по-моему, 89, да, вот, а в этом я взяла за 78 в Золотом Яблоке. Вот, сейчас, короче, у меня есть вот такие вот желудочки. Вот, я хочу их потушить по-быстренькому. Сейчас почищу морковку, почищу лучок. Вот, и бросим тушиться желудочки. Вот на ужин с укропчиком, с рисом. Будет очень вкусно. Пойду быстренько помою, все подготовлю. Так, в общем, желудки я промыла. Смотрите, кстати, какие хорошие. Убрала всю грязь, всю жир, который на них был. Вот, сейчас их только немножечко нужно будет порезать, чуть помельче. Хорошие, кстати, желудки. Вот. Дальше Вован режет у нас тут лучок. Белый, да? Вот, молодец. Сейчас потру морковку на крупные терочки и будем сначала обжаривать лучок с морковочкой. Вот, а потом уже будем добавлять наши желудки. Кстати, знаете, я вот сегодня смотрела несколько рецептов, и там секрет был такой, что в эти желудки добавляется немножечко пищевой соды, якобы для
размягчение. Не знаю, несколько рецептов пересмотрела, везде добавляют соду. Надо, не надо, ну, добавим, попробуем, потому что в прошлый раз готовила по рецепту мясо, очень вкусно получилось. Так что доверимся кулинарам. Так, в общем, маслица у нас подсолнечная. Сейчас бросаем лучок и даем ему протушиться до бела. Ну, до прозрачности. Потом у нас пойдет морковка. А только потом уже пойдут наши желудочки. Ну, здесь вот. В принципе, их вроде чистим. Нет. Вот. Вов, ну ты как бы смотри, вот. Чего? Некоторые вот места-то можно вот почистить. Видишь, вот грязь. Вот видишь, я пропустила. Надо выкинуть, значит. Что-то с какашками будешь кушать. По сути, какашки. Куриные. Кстати, хочу еще добавить. Ну, а в желудке непереработанные какашки. Да, а что ты думаешь там? А ничего там. Будешь с какой-нибудь фигней есть. Вот. Я еще хочу, знаете, добавить куркумы. Точнее, тьфу, не куркума, как это называется? Карри. Карри. Во. Чтобы немножко и цвет был получше, и повкуснее. То есть, по сути, как я смотрела рецепт, там любые приправы для курицы и вообще по вкусу. Так, соль, перец, конечно же. И все. Вот у меня здесь уже практически готов лук с морковкой. Сейчас чуть-чуть обжарится. Вот, и буду добавлять желудочки. Вот такая заправка вкусненькая будет. Ну, какая прелесть. Вам тут уже все по райзу, все их пьете. Кстати, мне прям нравится, знаете, вот этот вот адреналин раш, только классический. Мы вот берем иногда баночку одну на двоих, чисто так подавится. Хотя, конечно, это вредно. Вот, все эти энергетики, это прям не полезно. Хотя у меня были времена, когда я, помню, тогда играла, знаете, в компьютерные игры, и таких банок по 2-3 штуки выпивала за ночь. Для того, чтобы сидеть и задротить, да. И вот такой я. А что? Если пить по одной баночке в сутки, то нормально. Ну, в сутки-то не надо бы. Лучше там максимум раз в неделю. У нас, по сути, получается, ну, дай бог, это раз в месяц. Мы такую банку выпьем, давайте. На двоих. Да. Ваше здоровье. Мне вкус очень нравится. Прикольный. Так, в общем, вот, смотрите, беру соду, вот буквально четверть ложечки, и немножечко добавляем. Почему-то все говорят, что нужно добавлять. И перемешиваем наши желудочки с лучком. Сейчас оно немножечко обжарится, можно будет добавить соль, специи, воду, и будут они тушиться у нас. Где-то примерно часть. Вот так вот. Перемешиваем. Все, обжарить нужно прям вот немножко. Сейчас оно. Вот так. Ой. Не, желудочки я очень люблю. На самом деле это, знаете, в принципе считается недорогое мясо. Но на самом деле заходишь, смотришь, цены не такое уж и дешевое. Вот. А если их правильно приготовить, это очень вкусно. И ну мясо, не почему мясо, они же вон смотри какие. Это не мясо. А чё, почему не мясо? Суп-продукт. Ну, суп-продукт, но по сути очень вкусный суп-продукт. Мне прям очень нравится. У меня мама очень любила. Вот, а я еще очень люблю сердечки. Но сердечки что-то мы смотрели, они прям безумных денег стоят. Вот, потому что сердце-то у курицы одно, а желудок-то у него большой. Особенно сейчас вот у этих вот, у бройлерных, у них же вообще. Вот. У нас, например, тоже вот мы толстенькие, да? У нас тоже желудки растянуты, соответственно, у нас большой желудок. Вот. Кур тоже, знаю, пичкают всякой фигней. Поэтому у них тоже. Вот хочу сейчас еще соль, перец, карри добавить и тушиться. У меня уже все обжарилось. Сейчас добавляю немножко карри. Чуть-чуть хватит, наверное. Так, добавляем еще перчик помолотый. Так, у меня не молится. Молотый черный перец. Так, добавляю еще лаврушечку сюда. Немножко соли. Так, примерно. Так вот, две ложечки. Потом я еще подсолим и добавляем водички. Водичка должна покрывать наши желудочки. Так что мало, сейчас надо налить. Все, я все добавила. Вот, добавила водички. Вот у меня буквально мои желудочки покрыты
вот этим вот раствором, скажем так. Вот, сейчас закрываем, перемешиваем все. Попробовала на соль, кстати, нормально уже. Вот, сейчас закрываем крышечкой. Пускай у нас это на медленном огонечке хорошенечко все протушивается. По сути, знаете, принцип приготовления, как вот у гуляша я тогда делала. Вот, все под крышкой, на маленьком огонечке будет готовить. Где-то примерно час-полтора, в зависимости от мягкости желудочек. Ну, там еще попробуем. Вот, потом в конце надо будет добавить чеснок, зелень и все. Сейчас к этому сварю рис. И будет очень вкусно. Можно и с картошечкой. И оно будет классно. Желудочки готовятся уже минут 40. Кстати, очень много жидкости у нас выкипело. Сейчас пришла проверить их. Я вот думаю, может быть, загустить вот это вот дело. А вам, говорит, не стоит. Но, в принципе, они еще потушатся минут 20. Сейчас пока рис тушится. Варится. Господи, тушится, варится. У меня все, все в голове одно тушение. Но вот видите, соус из... лука и морковки уже превратился просто в соус. Вот их можно попробовать. Когда станут мягкими, уже будут готовы. Вот один кусочек. Попробуем с вами. Еще пока с хрустинкой. Но уже так вкусно. Сейчас пока рис варится. Буквально минут 15-20. И будет все готово. Ну, очень вкусно. Я думаю, даже, в принципе, не стоит загущать мукой. Вот. И так будет хорошо. Сейчас еще чуть-чуть добавлю чеснок, чтобы они немножечко были более такие пряные. В общем, смотри, какая вкуснота. Девочки, это просто вкусно. Кто никогда не пробовал желудочки, тот никогда не пробовал желудочки. Тем более, может быть, они... пробовали неправильно приготовленное. А вот правильно приготовленное, это очень вкусно. Все, я добавила чесночок. Видите, у меня уже как соус-то выкипел. Уже, в принципе, ничего не надо загущать. Сейчас вот чеснок и зеленушка. Видите, прям какая красота. Долго, конечно, готовится, потому что такое жесткое мясо вот у курицы. Но, тем не менее, если его приготовить, будет очень вкусно. У меня еще рис варится. Хотела 2 пакетика, потом что-то подумала. В ванну особо много нельзя всякого риса. Вот, хватит и 2 ложек. Вот, просто у меня еще там овощи, оливьешка. В общем, будет все вкусно. В общем, смотрите, добавлю сейчас еще укропчик, и в принципе будет все готово. Так что ждем всех на мукбанг, попробуем, что за желудочки у нас получились. Вот, и увидимся. Всем хорошего настроения, пока-пока.